Компания «Агросвет» входит в десятку наиболее крупных игроков на аграрном рынке Харьковской области. Только за минувший год в виде налогов ею было перечислено в бюджет более 9 миллионов гривен. Но уже в ближайшее время регион может лишиться такого налогоплательщика, утверждает основатель «Агросвета» Александр Бичуч. По его словам, его партнер, который пришел в этот бизнес позже, незаконно начал процедуру ликвидации предприятия, желая присвоить активы. Он, ликвидировав компанию, его целью была захват всех активов. И я хочу расценить это как рейдерский захват с его стороны. Я полностью утратил влияние на компанию и не мог никак противодействовать его незаконным действиям. Дело в том, что «Агросвет» – это дочерняя компания, которая управляется с Кипра. В 2014 году партнеры Александр Бичуч и Сергей Полумысный заключили соглашение, которое предусматривало порядок выхода партнеров из бизнеса. Однако, говорит Бичуч, Полумысный, пользуясь доверенностью, выданной ему кипрской компанией, незаконно, не поставив его в известность, без собрания акционеров, начал процесс ликвидации компании. Юристы, которые управляют компанией из Кипра, подтверждают процесс, который происходит в Украине, по их мнению, незаконный. Полумышленник использовал доверенность, которая была отдана ему, и вопреки положению акционерного соглашения он решил ликвидировать компанию, целью передать имущество компании своим структурам параллельным, которые, надо отметить, тоже нарушает акционерное соглашение. Однако у второй стороны конфликта иная точка зрения. Сам Сергей Полумысный и его представители уверяют, губить успешный бизнес не хотели. Это Александр Бичуч отказался решать все по-хорошему. Вести общий бизнес для партнеров было неприемлемо. А когда речь зашла о продаже долей или разделе активов, Бичуч якобы стал игнорировать все предложения провести собрание акционеров и договориться. Более того, подал в суд на собственного директора, что заблокировало работу. В 2013 году лично Александр Львович Бичуч пригласил меня возглавить холдингу компанию группы «Агросвет». Протокол о назначении меня как директора в 2013 году был подписан лично Александром Львовичем на основании его доверенности от главного акционера компании «Агросвет Лимитед». А продление? Продление было подписано Полумысным, но после моего продления в 2014 году был подписан протокол. Опять же, лично Александр Львович подписал ряд протоколов мне как директора. Со стороны господина Полумысного абсолютно не было никакого рейдерского захвата и быть, по сути, не могло, потому что у них есть договор, юридически подписанный двумя сторонами, в котором черным по белому прописано, в том числе, момент ликвидации. Со стороны Полумысного, кроме конструктива, не было ничего. То есть господин Полумысный вел абсолютно прозрачно, абсолютно конструктивную позицию. Сам же Бичуч уверяет, Полумысный специально назначал собрание акционеров именно в те дни, когда он был болен, и игнорировал даты, оговоренные заранее. Хотя другая сторона утверждает, дни, на которые назначались собрания, он был в офисе. В итоге конфликт между бывшими партнерами вылился в судебные споры и уголовное преследование. В то время как одна сторона пыталась в суде оспорить начало ликвидации предприятия, вторая обратилась в милицию с утверждением, что на регистратора, которая занималась предприятием, оказывается незаконное давление. Это классика жанра у нас, сколько я участвую в антирейдерских схемах, когда мы спасаем бизнес, то обычно так всегда и поступают. Сначала делают первый шаг, который позволяет распорядиться имуществом, назначить своего человека к управлению, а потом блокируется возможность изменить эти изменения, то есть исправить все, вернуть назад, как оно должно было быть. Но я утверждаю, что действия регистратора совершены с нарушением существующего закона. Какими мотивами он руководствовался? Насколько это серьезно, несерьезно, разберется следствие. В ходе односторонней ликвидации, утверждают работники компании, были уволены десятки сотрудников, выведены на счета других фирм миллионы гривен, похищены документы и печати. Все это делает невозможной нормальную работу, говорят сотрудники. И как раз в разгар уборочной, главного периода работы аграрных предприятий. Это, говорят, в компании уже насторожило их клиентов, которые используют элеваторы «Агросвета» для хранения зерна. Прибывший в офис 22 июля, мы застали чистый офис с чистыми столами, с чистыми шкафами. Никакой документации, подтверждающую деятельность ассоциации «Агросвет», нет, вообще никакой. Не только бухгалтерская, но есть управленческая, есть организационная. Нет ничего, ни кадров, ничего нет, ни одной бумаги. Офис стерильный.
офис стерильный. Поэтому сегодня деятельность, полную деятельность вести невозможно. При первом приближенном управленческом анализе экономическом, часть денег, более 100 миллионов, которые заработали наши компании, они под контролем торгового дома или новых компаний, которые подконтрольны только Полумысному Сергею Валерьевичу. Это более 100 миллионов. Это большие деньги. Однако представители Сергея Полумысного уверяют, никого из работников они не увольняли. С некоторыми сотрудниками в июне просто закончились ежегодные контракты. Вот часть из них и попытались продлить их в обход работодателя. Более того, представители Сергея Полумысного уверяют, никаких денег они себе на счета не переводили и общую документацию фирмы не забирали, а покинули офис, не желая находиться на одной территории с оппонентами. Это можно легко проверить. Деньги находятся там, где они и находились. Никто никуда их не выводил. Ну, как бы это не позиция Полумысного. Полумысный готов садиться, готов конструктивно разговаривать. Ликвидация Агросвита вряд ли пройдет так же гладко в масштабах области, сомневаются в областном агропромышленном департаменте. Это одно из крупнейших подобных предприятий, на котором работает около 1500 человек. Его исчезновение болезненно отразится не только на семейных бюджетах, но и на работе всего аграрного сектора региона. Переробники зерна взагалі такого, вони повинні бути, і в першу чергу вони повинні забезпечувати і якісне зберігання продукції, і своєчасно її переробляти, щоб надавати тим же хлібопекарям продукцію для випічки соціальних сортів. Тобто ця компанія має бути не одна в нашому регіоні, а декілька, і вони таки є, які забезпечують нас. Обе сторони уверяють, вони хотіли полюбовно рішити проблему, однак партнер оказався проти. І це, скоріше всього, приведе до того, що компанія «Агросвіт» перестане существувати, а її імущество буде розподілено між собственниками, або продано новим владельцям. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости».